вечер, дорогие девочки и мальчики! Мы рады новой встрече с вами! Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в необычное путешествие. Правда? Правда. Дуняша, а куда мы отправимся? А вот скажите мне, какой праздник со дня на день мы будем отмечать? День рождения. Нет, не день рождения. Ну, праздник. Рождество. Правильно. Рождество. Правильно, ребята. Рождество. Поэтому какая сказка должна сегодня быть? Рождественская. Хорошая. А еще? Светлая. Светлая. Радостная. Правильно, ребята. Именно такой и будет сегодняшняя сказка. Доброй, светлой, рождественской. И называется эта сказка «Первая елка». Готовы слушать? Да. Когда родился маленький Христос, и Дева Мария, спеленавши, положила его в простые ясли на сено, слетели с неба ангелы, чтобы посмотреть на него. Увидевши, как проста и убога пещера и ясли, они тихонько шептали: «Нужно украсить пещеру, пусть она будет как можно красивее и наряднее, ведь в ней спит сам Христос». И вот один ангел полетел на юг искать, чем бы украсить пещеру. Ребята, а на юге тепло или холодно? Тепло. Правильно. И как вы думаете, какой подарок этот ангел может принести младенцу с юга? Красивый. Какой? Цветок. Правильно. На юге всегда тепло и цветут цветы. Ангел набрал много алых роз, белых лилий, веселых гиацинтов, азалий, набрал нежных мимоз, магнолий, камелий, сорвал и несколько крупных желтых лотосов. Вы представляете, какой красивый букет он подарил младенцу? Вам бы понравился такой подарок? Да! Еще бы! Слушайте дальше. И все эти цветы ангел принес в пещеру. Другой ангел полетел на север. А там холодно или тепло? Холодно. Холодно. Там как раз в это время была зима. Поля и леса были усланы тяжелым покровом снега. И ангел, не найдя никаких цветов, хотел лететь назад. Ребята, ангел мог вернуться к младенцу без подарка? Нет. Конечно, он не мог вернуться без подарка. Вдруг он увидел печально зеленевшую среди снега елочку. Правильно, елочку. Задумался ангел и прошептал: «Пожалуй, ничего, что это деревце такое простенькое. Пусть и оно единственное из всех растений севера посмотрит на маленького Христа». И он унес с собой скромную северную елочку. Как красиво и нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами. Маленькая елочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась. Как вы думаете, почему елочка расстроилась? Потому что она не была ненарядная. Да. Елочка сказала грустно: «Зачем я такая некрасивая и простенькая? Как счастливы должны быть все эти чудные цветы! А мне нечем и самой обрядиться в такой праздник, нечем и пещеру украсить». И она горько заплакала. Когда Дева Мария увидела это, ей стало жалко елку. И она подумала: «Надо, чтобы все радовались в этот день! Не надо, чтобы была грустна эта елочка!» И она улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло чудо. Как вы думаете, что могло произойти? Она украсила елочку. Слушайте, тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой вершину елки. А за ней сошли и другие и разукрасили остальные веточки. Как вдруг светло и весело стало в пещере. Вы представляете, как красиво было? Елочка вся укрыта звездочками, маленькими-маленькими огоньками. А на вершине
Самая яркая, самая большая звезда. Красивая елочка была, наверное, да? Да. Слушайте дальше. Проснулся от яркого света маленький Христос и, улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками елке. А цветы с удивлением смотрели на нее и перешептывались друг с другом. Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли она красивее нас всех? И елочка чувствовала себя вполне счастливой. С тех пор люди каждый год на Рождество украшают елки для маленьких детей в память первой елки, той, которая была украшена настоящими звездами с неба. Вот такая сказка. Понравилась вам? Да! А мы сейчас как украшаем елочки? Игрушками. А еще чем? Фонариками. Фонариками. И гирляндами. Гирляндами, бусами, а еще золотым серебряным дождиком, да, ребята? Да. А самая первая елочка была украшена настоящими звездочками с неба. И как здорово, ребята, в Рождество собираться всей семьей за одним большим столом, да? Да. Чтобы вместе встретить праздник Рождества Христова. Еще хорошо зажечь рождественскую свечу. Давайте-ка мы с вами сейчас тоже сделаем это. Да. Вот у нас есть свечечка. Мы с вами сейчас ее зажжем. Ребята, давайте попросим сейчас свечечку зажечься. Вместе тихонько скажем: свечечка, гори. Свечечка, гори! Смотрите, какая красота! Наша праздничная рождественская свеча загорелась. А сейчас я хочу рассказать вам красивый рождественский стишок. Вы слушайте и смотрите, как наша свеча горит. Всей семьёю в этот вечер соберемся за столом. Скажет мама: может, свечи ради праздника зажжем? Электричество погасим, обойдемся без него и торжественно украсим общий ужин в Рождество. Пусть огонь веселый скачет над малиновой свечой, и подсвечник тихо плачет стеариновой слезой. Стеариновый, ребята, это то, из чего сделана свечечка. Вот смотрите, свеча горит, плавится, и текут капельки. Это и есть стеариновые слезы. Вам понравилось стихотворение? Да! Да. А теперь мне очень интересно узнать, как вы празднуете Рождество? Расскажете? Да. Ну, пожалуйста. Ко мне приходит бабушка, мама, и мы все садимся всей семьей, празднуем Рождество. Замечательно. А у меня тоже приходит бабушка, и мы украшиваем елочку. И чем же вы украшаете елочку? Гирляндами, шариками разноцветными, игрушками. А еще кто может рассказать, как украшаете елочку и дом? Ну, расскажи. Приходит Вадина мама, и мы с ней украшаем елочку. Замечательно. А я? А ты, Василиса? Мы украшаем елочку и хотим за праздничный стол. Ребята, это замечательная традиция. В Рождество собираться всей семьей и вместе радоваться великому празднику Рождеству Христову. Вот и мы, ребята, поздравляем всех наших телезрителей с наступающим праздником, с Рождеством Христовым. Пусть в Рождество настроение у вас будет праздничным, рождественским. Ну а мы, ребята, прощаемся с вами. До скорой встречи. Доброй вам ночи и хороших снов. Пусть оберегает вас ангел-хранитель. Дремлет облако.
снег.